Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Доступные цены. Александр Лукашенко провел встречу с председателем комитета госконтроля. Чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет роста необоснованных цен. О чем еще говорили? Ты помнишь, как все начиналось? Дворец искусств готовится отметить юбилей в кругу звезд. Георгий Колдун, Влада, дуэт баянистов, ва-банк. Чем еще удивят организаторы? Спорт сильных. В клуб «Авиатор» съехались гривяки разных лет. Благодаря нашим спонсорам сегодня маленький сюрприз будет для каждого. Кто стал чемпионом? А также сделано в Беларуси, золотая рыбка и летние шины. ГАИ рекомендует автовладельцам не спешить менять зимнюю резину, когда лучше переобуться. Президент Беларуси предложил рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат в конвертах. Эту тему Александр Лукашенко поднял во время встречи с главой комитета госконтроля. Ведомству белорусский лидер поручил проработать проблемный вопрос. Им, к слову, активно занимается финансовая милиция. Александр Лукашенко уверен, ответственность за получение зарплат в конвертах должна быть серьезной. После первого штрафа нарушителю будет грозить уже конфискация имущества. Также комитету госконтроля поручено мониторить уровень цен. Это касается в первую очередь медикаментов. После повышения НДС до 10% некоторые аптеки подняли цены почти на треть. Александр Лукашенко настаивает, недопустимо наживаться на здоровье людей. Поэтому лекарства будут на особом контроле. Речь шла и о ценах на социально значимые продукты. Это же не дело, что мы вот там 60 позиций или сколько взяли под контроль ценообразование. Ну, знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло, пусть оно растет любыми темпами цена. Так а что, наши люди масло не употребляют. Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, чтобы это нормально выглядело, чтобы не ретроградами какими-то были, чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет роста необоснованных цен. Люди прекрасно все понимают. В Беларуси каждый понимает, что такое цены и что такое ценообразование. Поэтому разумно, без перегибов мы должны подойти к этому вопросу. В Беларуси выздоровели и выписаны 278 661 пациент с COVID-19. Зафиксированы 288 267 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 908 397 исследований, такие данные приводит Минздрав. В стране начали производство вакцины от коронавируса. Речь о тестовой партии российского препарата «Спутник Ви». Нашим специалистам переданы необходимые документы и биологический материал. После получения контрольных результатов конвейер заработает в промышленном масштабе. В месяц планируют изготавливать по 500 тысяч доз. Предполагается также экспорт вакцины и в другие страны. Промышленный выпуск мы планируем выйти на март-апрель. Все зависит, действительно, вот от результатов того процесса, который мы сегодня начали. Промышленные серии, то есть, понятное дело, они будут уже полноценные. И объем мы рассчитывали для начала, естественно, он будет зависеть от потребностей Республики Беларусь в вакцинном препарате и от возможности наших партнеров по предоставлению активного компонента для производства. Изначально мы строили нашу как бы стратегию на предприятии, это, да, действительно, 500 тысяч доз в месяц, но как бы время идет, посмотрим. Нововведение марта – запрет на лов щуки и автобусы третьего поколения. МАЗ выпустит транспорт с теплыми кнопками для открытия дверей. Какие еще будут ноу-хау? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси вступил в силу обновленный кодекс об административных правонарушениях. Их разделили на три группы. Проступки, значительные правонарушения и грубые. От этого будет зависеть размер штрафа. Также прописаны меры профилактики для несовершеннолетних. За незначительный проступок можно получить устное замечание или предупреждение. Появился новый вид наказания – общественные работы. На них отправят только согласие провинившегося. Кроме того, ответственность за некоторое правонарушение ужесточили.
Минский автомобильный завод планирует нарастить экспорт в страны ближнего зарубежья. Поставляться будет как грузовая, так и пассажирская техника. Также на предприятии будут развивать производство транспорта третьего поколения. Салон автобусов и кабина водителя будут оборудованы по последнему слову. Среди новшеств – встроенные светодиоды внутри салона и теплые кнопки для открытия дверей. ГАИ рекомендует автовладельцам не спешить менять зимние шины. По закону переходить на летний вариант можно уже с 1 марта. Однако из-за перепадов температур на асфальте нередко образуется опасная ледяная корка. Поэтому целесообразнее переобуваться, когда среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла. В Беларуси начал действовать запрет на лов щуки. Речь идет про все регионы, кроме Витебского. Желающим нарушить правила следует помнить об ответственности. За каждую незаконно добытую рыбу придется заплатить по 9 базовых величин. Кроме того, причинение вреда на сумму 100 и более базовых влечет уголовную ответственность. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 2 марта. Во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные мокрый снег и дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется от 3 до 9 выше нуля. Последние приготовления. Через пару дней главная концертная площадка города отметит свой юбилей. Дворцу искусств стукнет 30. 6 марта в 6 часов вечера начнется праздничная программа. Но пока у артистов генеральные прогоны. Свою творческую жизнь Дворец искусств начал еще в 70-х годах прошлого столетия. Советский Бобруйск нуждался в столь масштабном объекте, самый современный. Такую характеристику ему давали тогдашние критики. На календаре уже 2021. Главная концертная площадка города готовится встретить свой юбилей. 6 марта ей исполнится 30. Сегодня Дворец искусств – это большая семья, которая работает на благо города. И эта семья – это не только те, кто непосредственно здесь работает, но и те, кто приходит к нам заниматься. А это практически весь город. Большая семья Дворца искусств – это несколько десятков коллективов, от хореографии до вокала. Шинанай, камерный и хор ветеранов, юность и чабарок. Многие из них имеют звание заслуженных, не забывают и про развитие технической базы. Так, например, в 2018 году появились новые экраны – подарок Китайской Народной Республики. Год спустя приобрели и световое оборудование. Зрительный зал Дворца искусств – это почти 1000 комфортных мест. А в августе под Москвой выступали такие знаменитости, как Юматев, Киркоров, Солодуха и Ани Лорак. 8-й ряд, 20-е место. Отсюда открывается самый лучший вид. Лучший вид ждет и всех гостей юбилея. Концерт в субботу будет особенным и не похожим ни на один другой. Коллективы представят себя в новом ракурсе. Вся программа рассчитана почти на 2 часа. Поздравить Дворец искусств приедут и звезды белорусской эстрады. Георгий Колдун, Влада, дуэт баянистов, ва-банк, перкуссия, шоу-барабанщики «Перцы» Сергей Шептунов, арт-группа «Белорусы». Юбилей – хороший повод собрать всех друзей. И сказать спасибо. Сказать спасибо всем тем, кто был на протяжении этих 30 лет с Дворцом искусств, кто и был Дворцом искусств. Это практически все трудовые коллективы наших предприятий. Это руководители предприятий, учреждений, которые в самые сложные моменты всегда подставляют плечо и дружескую руку. Поэтому спасибо вам всем, друзья. Напомним, юбилейный концерт пройдет 6 марта в 18:00. Организаторы обещают аншлаг. Практически все билеты распродали еще месяц назад. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Лучшие друзья мужчин. В клубе «Авиатор» прошла матчевая встреча по гиревому спорту. Кроме хозяев, на помост вышли спортсмены из аграрно-экономического, торгового и профессионально-технического колледжей, а также представители Кличева и Гомеля. Наравне с мальчиками соревновались и девочки, возраст от 6 до 17. Главные награды – медали и дипломы. И сегодня даже гости не останутся без подарка, потому что благодаря нашим спонсорам сегодня маленький сюрприз будет для каждого. Календарики на 2021 год. На пьедестале почета места разделились следующим образом. Первое место у «Авиатора» сборная Кличева завоевала серебро, тройку сильнейших замкнули гиревики из аграрно-экономического колледжа. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!